Расторгуевская библиотека – одна из старейших в Ленинском районе. Ее книжный фонд составляет около 30 тысяч экземпляров. Сотрудники учреждения – профессионалы своего дела, при этом стараются для читателей организовывать интересные мероприятия. Я читательница этой библиотеки уже много лет. И очень довольна сотрудниками, очень внимательны, всегда подскажут, новинки порекомендуют. То есть это вообще у нас культурный очаг в нашей, я бы сказала, деревенской части видно. Мы с удовольствием в пенсионеры приходим. У них есть кружки для детей, есть кружок для... Не кружок, а встреча людей пенсионного возраста. В библиотеке проходят и всевозможные выставки. Фотовыставку Ольги Краснобай можно назвать маленьким вернисажем. Фотографии она увлеклась, когда на 11-летие родители подарили ей фотоаппарат. И меня заинтересовала фотография как получение снимков, ну, изображение необычное. Сразу нажимаешь кнопку и появляется кадр. Но в дальнейшем у меня появился зеркальный фотоаппарат, и интерес к фотографии возрос. С новой фотокамерой появились и новые возможности, а затем определился и выбор института. Им стал Институт гуманитарного образования и информационных технологий. Я учусь на 4-м курсе в институте на специальность фотография. Мне очень там нравится, вот скоро буду сдавать диплом. Ольга живет в Расторгуеве. Посещать библиотеку начала, когда еще не ходила в школу. Она пришла еще ребенком сюда, в библиотеку. Здесь раньше работала очень хорошая сотрудница Людмила Николаевна Незнанова. И она вот привлекла Олю к участию в различных конкурсах. Оля проявила себя очень активным таким читателем и участником конкурсов. Одна из работ в библиотеке хранится до сих пор. Где-то в 8-9 классе делалась на рождественский конкурс районный. Она заняла, по-моему, 3-е место. Ольга, занимаясь художественно-прикладным искусством, была постоянной участницей и других конкурсов, проводимых в детской библиотеке. Став читательницей взрослого отделения учреждения, она продолжает быть творческим активистом, за что руководство библиотеки наградило ее грамотой. Создав свою первую фотовыставку, Ольга мечтает уже о следующей, где будут представлены работы с пейзажами Расторгуева и Видного. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».